новыми друзьями, он говорит, ты что ему отвечаешь? Наказать его, так он и наказан уже. Значит, ты увидал, так-то теперь узнал, что я продал душу, а почему ты раньше о моей душе не беспокоился? Я как с кем переписываюсь, и вот такие, которые там есть в Америке, я тебя не сразу, я фамилии не пишу, если я укажу сразу на него, а то вы знаете, это Лапкин, это тот такой, 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 он думает, чем больше она меня скажет, ну, если ей напишут, она отбреет. А бывает человек первый раз, и у нее его закидают, он остается и не дальше, поэтому я там мир вам! С миром, брат! К вам мир! И вам поклон! Мир вам, мир вам! Рад видеть вас, тоже. Ой, сразу рыба запахла! Рыба? А сколько щепы у вас? Надо же! Где на вы? Растопку берите! Куда? На дачу! А ты видел, сколько у меня там, да? А, ну да, вах, хламок! Это мой поленница, мы не знаем, куда девать там. Это горелые это? Ну, горелые всякие. А зачем ты вот так вот? Вот из этих штучек, нужно мне из таких штучек сделать этот... Забор. Забор. Садись за стол, садитесь, батя. Мы ужинаем сидим. Ага. Это не забор, это у нас сваи забивать в воду. Ага. Мы их потом промазываем. Понятно. Сумки куда? Продукты мы уже отдали туда. А вы заходите сюда, Людмила Степановна, вы здесь будете ночевать. А Виктор Андреевич потом в тот дом пойдет. Угу. Братья. А что, сумку туда завести, да? Да. Здесь поставьте, в коридоре пока. Мир вам! Мир. Ну ничего, так место-то тут. Мир вам! Это как будто нища тут огромный. Руки помоем. Вот. Пойдемте. А нет, руки. Не надо снимать там мне это. На улице руки моют. Если того будет обморок, врач первой больницы. Сейчас они руки помоют, зайдут. А? Руки помоют, зайдут. Сейчас. К операции готовится врач. Моет руки. Так, сидите спокойно. Доедайте все, что есть у вас. Сидите спокойно, больные, вы не умрете. Я твое завещание уже сколько делал бы. Нет. Вот надо показать грешное свое тело. Супер врач. Щерливое. Зачем мне все время ее? А выйдет отсюда сразу и девчонку. И все понеслось. Так, вы смотрите, кто дежурит? Хорошо, подбородок выдрал. Здоровья. Я с детства прочитал первый раз о пирогове и всегда интересуюсь пирогов. Это просто до такой степени я его сейчас обязан. Наверное, все. Мне делали 4 раза операцию под наркозом. И это наркоз пирогова. У нас раньше приезжали с поезда, сошел сразу 72 человека пришел. Рассказывай свои книги. Батюшка Петр, который покаялись в университете. Как он защищался, пластинка осталась. Мир вам, цени. С миром. Мир всем вам. Приказ исполняем. Приказ исполняем. Приказано явиться. Появились члены церковно-приходского совета, которые завтра будут подавать голос за вас, допускать до крещения или нет. Так что, Виктор Андреевич... Подвиньтесь. Вот так, садитесь. Завет большой будет. И главное, отчет ей давать, а средства. Год за годом ни одной копейки нигде нет. Ни в плане, ни у нас нет. Последний раз не собирались. Так. Я пришел в налоговую инспекцию. Я не православный, ну как же крещение у нас не продают. Покупаем воду и все. Ну а крещение нет. Они с кабинетов и не задерживают. Да какие же вы православные, у вас ничего не торгуют. Они меня не отпускают. Раз я пришел, меня что-то надо снять. Никак не получается. Не слыхали такого. Все храмы платят, а вы не платите. У меня бывает добровольное пожертвование, десятина. Десятина это нет, на нее налог не кладется. Все? Она вышла. С
И та десятина, человек платит, она покрывает все, не надо торговать. А если там урез, десятина в другое место отправить. Так, мы сейчас выйдем из-за стола. Как тебя звать? Варвара! А у нас тоже Варвара есть. Маленькая только. Давайте молиться. Варвара, кто будет заниматься? Мы пока помещаемся все. Замолитесь, святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко насытилась и над земных Твоих благ. Не лишилась и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришел и спаси мир, дая им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, благослови за молитву Пречистой Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Милостивый Господи, спаси и помилуй раб своих, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню. Заповедавши нам молиться о них, вдов, нищих, сирот, священства, иночества и всех христиан, избави их от всякие скорби, гнева и нужды. От всякой болезни душевной и телесной. И простим всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. Боже, милостью будь мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Все ли умеете правильно креститься? Ну-ка, перекреститесь, поклонитесь Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Рука, чтобы проверить себя, в поклоне могла достать пол. Вот это поклон. А земное, это когда руки, голова, колени касаются пола. Уберите. Так, Галина Александровна, вот, пришла с другой, она старшая на кухне. Сама избери, сколько работников. Лишнее, что там не толпится. Мужчинам там делать нечего, только воды принести и прочее. Завтра мы готовимся к обеду, когда вы у батюшки побудете на исповеди. И мы имеем холм такой, где ветер отдувает. В лагере там мы были, как комаров, чтобы не было. Там все заросло. Мы постараемся освободить этот холм. А там уже вручную выбрать. И к обеду, к часу дня, туда мы перебазируемся. Один раз в году мы там обедаем. Лагеря нет, а все это осталось у нас. И встаем также, и занятия. Утром делать гимнастику на улице. Встаем в 4:40. Дети без 5, 5. В 5 начинается у нас молитва здесь утренняя. Сегодня мы молились, знаете какой. У нас по времени строго, никуда мы не выходим. В 7 завтра, в 8 мы уже должны быть там. В храме с той стороны, школа где-то. Батюшка говорил после этого 2 часам, но приехал сегодня и сказал, как только пройдет, сразу, чтобы ко мне приходили. Батюшке тоже надо пораньше закончить. К нему будете подходить, подготовиться. Одежду там, крещами, все подготовьте, проверьте. И я очень хочу, чтобы и мужчины, и женщины, и девочки все побыли там, где сделали. Там ступеньки, все это. И посмотрели, вам надо сходить с этой... Внизу там площадка сделана. Пруд почти 200 лет, там илу много, сапропель называется. И там вот так вот, присядете, попробуйте. Руки сложили, и чтобы вы погрузились, хотя бы столько сверху воды было. А если нет, шаг в сторону, вам сразу вот так будет. То есть на площадке или шаг, с площадки шагуток. Вы сами решите, посмотрите. Чтобы когда будет крещение, стояли радостное небо отверстие для вас. Не забывали о наших нуждах. Помнили Головина отца Владимира, мысленно. Говорят, а что можно пожелать? Пожелать в этот день умереть, это самое лучшее. Все освобождено, ничего нету, только с Господом. Но мы желаем жизни во Христе. Я просто теоретически говорю.
Ребенок родился. Родился, и он уже смертный. Завтра на один день ближе к смерти. А мы думаем, вот-вот, молодой жить. А на жизнь не в наших руках. Все понятно? Возьмите на себя платочек, сделать, тут есть такие колпачки, кто на кухне, одеты, вот как Екатерина, чтобы ни одной волосинки не было. Это Екатерина стоит. Так, со стола сейчас все уберите, сколько вам требуется? За 5 минут отсюда убрать сможете? За 10. Которые приехали, кому крещение принимать, вы останьтесь. Сразу вам покажут сегодня, как они писали, какой существует порядок. Хороший порядок? И вы отвечаете по тому, что написали. Это у нас не день, не два, а 28 лет только, как это все составлено было. И заявление пишется о крещении, просьба такая, и там будет решать. Завтра будем мы решать, допускать или не допускать. А так, чтобы я крещение прямое, я нигде не буду здесь. Это на 100% крещения не будет. Почему? Это абортированное. Крестили и выбросили за борт. Как так? А почему пишете заявление? Потому что если бы вы были здесь, вы бы были в храме. Ходили вместе, молились. Нас разделяет расстояние, а не что-то другое. Виктор Андреевич здесь, нас знает. Все, которые здесь. Это само позволило создать общину. Общину создать. Не удалось пока никому здесь. Ни Осипова нету, ни Андрея Ткачева, ни Олега Стеняева. Общин нету вообще. Есть общины какие-то, не евангельские. Но собираются все вместе по назначению. Вот мы делаем такое-то дело, давайте дружим вместе. Это не евангельское. Евангельская община строится на Евангелии, на Слове Божьем. А это означает... Мы дети одного отца, мы виноградинки на одной кисти. Я истинный виноградарь, а вы ветви. И вот это Господь все нам дает знать. Значит, вы для себя возьмите, что здесь все обдумано, и не надо, я непокоривый, я не буду. Это первый неправильный шаг. Вы сегодня писали. Поднимите руку, кто писал сегодня по этой? Значит, все написали. Вас что-нибудь смущало в вопросах? Нет. Хоть один кто-то? Нет. То есть очень глубокий анализ дается твоей жизни, вы дольше всех писали где-то. Вас ничего не смущило, не смутило? Почему? По любому вопросу смущающему вас тут же дастся подробное разъяснение. Речь идет о снах, пишешь стихи, картины, то есть товарищи, друзья, женаты, или это гражданский разврат идет, а не брак. Как? Ты читаешь, видел. Вас не смутили вопросы эти? И вам завтра легко будет отвечать. Я сказал сразу, чтобы делать все по совести. Мы вас проверить не можем. Вот которые рядом, этих мы знаем, вот они. Это все прошли эту школу. Вот приехали, это члены общины и церковно-приходского совета. Когда какое-то дело решать, батюшка не решает. Он решает, допускать или не допускать, а мы даем совет. То, что мы завтра будем голосовать, это рекомендательный. Допустим, у нас 10 человек, мы проголосовали 10, не допускать. А батюшка крестит. Это на нем. Но пока такого ни разу не было. За 28 лет никогда. Если случалось какое-то колебание, батюшка заставлял переголосовать. То есть заново написать. В разных местах расходились люди и давали отчет, почему они так голосовали. Мы ничего не скрываем. У нас все открыто есть. У нас столько людей, которые здесь. Они могли бы сказать, это мешает. Это не мешает. На нас смотрят издалека люди и говорят, ну, видят, это мелочь, сколько, а где-то там больше, сотни крестят. Я уже знаю, это с дисциплины нет. Это открытые двери. Женщины в брюках, как приехали сюда в Барнаул, мы говорят, только переоделись сейчас у вас под окнами. То есть, а нас не надо переодеваться. Если заметили ты в сережках или прочее, у нас это все обговорено. Значит, ты не туда попал. И при том сережки не просто снять, а выбрось их, никому не отдавай, они не нужны. Никакой помады, никаких педикюров, маникюров, ничего, чтобы не было. Вот заметьте, женщина красит губы. Ну и что? Я вам зато объясняю так. Если же Бог не дал красоты, на полтинник ее не купишь. Ну, там она полобала называет. И чем, говорит, она отвратительнее, и больше красит, а тем отвратнее ее настоящий лик. Она вышла из ванны первый день, а ты кто такая? Да как же, мы венчались вчера, да там... Щучело какое-то из ванны вылезло. Так а я обмылась, говорю, все теперь.
Даже говорят, на руках несет ее уже в подъезд на 5-й этаж. Она говорит, Ваня, мы все равно уже расписались. Можно я сразу на шею перелезу? Потому что в народе поговорки все эти, они к чему-то идут. У нас феминизм, чтобы женщина руководила, считается один из самых тяжких грехов. Это мужчина, ну, никакой тряпка подкаблучник. И поэтому, если у вас замашки где-то дома были, вы их спрячьте далеко-далеко, чтобы даже не поминалось. И это правило Бог дал, и муж будет господствовать над тобой, муж. А жене учить не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвностью. Твои знания речистые, твои закрой. Ты со своими слугами разбирайся, воспитай ее. А над мужем не командуй. Ну а ты, муж, помни, кто ты такой. Ты подчиняешься Богу, Христу. Христос написано Богу, по-земному. Вопросы? Нету. Давайте мы сейчас выйдем отсюда. Со стола святого уберут. Кто приехал тут принимать крещение будет. И вы останетесь. Я попрошу помочь здесь. Игоря Владимировича, Виктора Андреевича. И тут кто наши были? Женщины. Людмила Степановна. Ну, которые давно мы знаем. Наташа, останься. Может, что-то непонятно скажете. Я не вмешаюсь. Вы пишите самостоятельно. Все. Сейчас их накормить надо. Накормить в первую очередь. Убрать здесь и накормить. Спасибо. Пойдемте на улицу. Пусть отдохнут. Тарасик, не хватит.